Ведущий ток-шоу ДНК и звезды сошлись на НТВ Александр Колтовой погиб в авиакатастрофе под Люберцами 7 ноября 2020 года. Ему был 41 год. Изначально была информация о том, что популярный телеведущий погиб с женой, но после эту информацию опровергли. Выяснилось, что на борту с Александром была некая Наталья, которая работала заместителем директора в банке. Ей было 33 года.